Грибальный комод. Пиздим все, что не прибито гвоздями. Грибы, например, вот эти. Да. Желтые. С них пизда духовка. Так, вот так, направо. Так, так. Бля, это жесткий какой-то. Он выбивает меня даже через щит. Нужно слаб. Да. Стамины нема уже. У меня 8 хп, он похыпся уже. На первом же скелете. Плащ и шкура оленя, я хочу это, как это сделать? Пока никак, так, костер. Ну, привидение слышу, ёпта мать. Баф спадает, научи бафать, как делать. А зачем, он части не нужен. Но все равно, как делать? На F. А как выбрать его? У тебя один выбирается всего лишь. А, типа ты я... Ты должен подходить и выбирать, какой тебе баф понял. С боссом. Бля, это сейчас все задымит, и мы задохнемся. Ну да. Я взял ядро суртлинга. О, да, это хорошо. Тут, вот из него печи делать. Только вместе ходим, блин. Пустите, давайте тогда я со щитом пройду. Все, конец. Железный. А все, пизда. Ух ты, это что, щит? А, не взять, да? Дух. Да, ой, дух это пиздец. Давай, дух. Я закрыл дверь, вот там он. Хорошо. Бля, у меня... Я нашел инвентарь, у меня уже ну, в инвентаре слотов. Блять! Ну, презерк, презерк. Выведи его внутрь комнаты, чтобы мы его втроем могли маслать, нахуй. Иди сюда, пидор. Зассал, да? У него спины нету как таковой, да? Я не знаю. А нет, смотри, он в открытуете, что-то есть. Да. Скелеты! Уходи! Отступай! Пиздец, а я... Да, я умер, нахуй. По одному их в коридор заведи, узкий. Я пока отступил. Отступил. Егор где? Почему мы без поддержки Егора? Я потерялся. Пиздец. Я вход не нашел. Ты в склепе потерялся? Я вход не нашел. Ты рядом, ты рядом. Иди давай, вверх, давай, вот там. Я выйду. В низине, в общем. Ой, ко мне иди. Я пока сражаюсь тут отважно. Блять. Смотри, наверх просто иди, вот сейчас меня видишь. Блять, тут дух еще. Пиздец тут, в общем. Ой, блять, тут тренд какой-то, я хуй знаю. Зелеными глазами такой. Жесткий? Шаман. Шаман. Шаман, который нас разъебал тогда. Я вышел. Я не запомнил, как он. Ты вообще дохуя. Мы либо заходим, либо нахуй деремся. Давайте заходим. Давайте заходим. Ебать, тут переход оказывается внутри. Блять, тут уже задымлено, пиздец. Ну ломай нахуй. Да пока нормально там. В другие комнаты не идет. Я открываю, готовы? Стоп, там дух. Нет, не надо. Во-первых, я хочу поесть. Спасибо, что не открыл. Я открыл, закрыл. Там все скелетом разъебали? Никого мы еще не разъебали. Вот здесь один, я веду. Стоп, 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 не блочить. Сейчас его выведу и дверь попытаюсь. Ох, ладно, подерусь так. Давай ты просто пиздишь сколько можешь, когда он тебе ебало дает, просто... Кто сбоку? Во-во-во-во-во, вот так давай. Тихо, я без стамины. Ты вообще стой сзади, мы с Егором со щитами будем проходить, не? Да мне тоже есть щиты. Так, тут Арсюхина это не... Так, тихо! Обхожу его в спину. Нам нужен свет и немножко факел, можно? В целом похуй, ладно, нормально пока. Сука. Близко подошел. Уже ждать Тимура, сына, мама. Первая смерть получается. Янтарная жемчужина.
Нам главное это красные ядра. А куда я ее забрал? У меня инвентарь. А, нет, забрал, все, нашел. Бля, вот теперь инвентарь пуст полный уже. Нахуй, два ваших камня в одной комнате. Готов, Егор? Идем еще дверь откроем, разъебем. Я в крипту зашел. Бонжур, господа. Давай. А где мы это? Налево, сюда, сюда, за мной, за мной, за мной. Не перепутай только свой и... Угу. Пойдем, я еще дверь открою. Я похаваю от регенит, да. Ну? Ну он же без звездочки, это лох, блядь. Все равно, тем более нафидить еще больше неприятно будет. У меня копье опасно. Ломается, пиздец, я без копья. Топор достаю. Хоть она ебет. У него скорость атаки бешеная. Стамины нет, Егор, ты не бочишь? Я возьму. У меня все есть. У него еще анимации атаки нет, ни хуй поймешь, когда, блядь, блочит. Ядро суклинга, вот. Да, да, собирайте. Не могу, так. Забирайте. О, Рубин X2. Тоже уже некуда брать. По-моему, это все. Не-не, там еще одну дверь мы въебали, это точно помню. А, да, я уже открыл. Все, уходим? Блять, ну давай еще раз. Там духу второго же не пиздили, нет? Пиздили только что. Или вы же запиздили? Ну иди ходи везде, если ты это что-то увидишь, просто отойди, нас зови. Да по-моему все, мы все здесь. Подожди. А тут без workbench я это все строю, кстати. Окей, буду знать. Или кострой дум. А, ну ебать, да, понятно. Костер-то какой workbench, не? Угу. Костер-то поебать. Чё, просто, блядь? Бля, я понял, у меня вообще, блин, PvP режим был почему-то включен. И чё? Это мы тебя напиздили, получается, в крипте. Да, да. В толпе замесили так. Это шумок. Ну, Федя, новачуга. А вот и деревня, блядь, наша. Как нашу деревню назовем? Зажопинск, я считаю. О, мне нравится. Дерево дайте, пожалуйста. Норвежски. А, нет, стопи. Ой, так... блядь, все, кирку замутил, мне поебать. А, уголь нужен, блядь, бля, нету. Ты кирку замутил? А как? Замути, на, по кирке, чё. У вас каждому выпало, если не ошибаюсь, это оленьи рог. Из него можно сделать. Нет, не наблюдаю. Значит, блять, то он значит получается один босс, один рог. У меня теперь есть кирка, у вас ее нет, завидуйте нахуй. Так наоборот, жи. Да ты, блять, теперь хуярить будешь, а не мы. Так, кости, блин. Парни, гляньте, какой я охуевший. У меня есть плащ. Ну, охуеть. Он от дождя помогает или броню какую-то дает? Плюс один брони, как бы, поздравляю. Congratulations. Кайф, табличка, не? Блять, могу ПВП вырубить, ты не ёбнешь, брови. Давай. Поймал? Нет, стоп, по-моему, не щитом. Давай щит, давай, ладно, теперь еще раз. Не-не, разница нет. Это федерально ПВП было включено, короче. А, в него как-то не так стрелы втыкались? Ага.
Теперь понятно, чего. Но я тоже как-то странно. Вроде у никто, ну там такая ситуация спокойная, да, чиловая. Вроде никто его даже не пиздил особо. О, а можно кирку одолжить на мгновение? Сейчас доделаю камень. Декоративный камень себе в доме нахуй уберу. 8. А, это кирка типа с оленем рогом на этом, нихуя. Ты чё, как ей просто, блядь, ударить в камень? Да. Блять, хату бы не сломать. Камень не ломается. Ну ты, значит, не по камню бьешь, логично. Попадаю в камень. Даже урон пиздишь. Вижу. Пиздишь. Ты вот смотришь сейчас на меня? Нет, делать не могу. Я ебашу печь. О, ебать, всё, минус декоративный почему? Камень. Господи, давай, да, сюда мне надо опять вырубить. Сейчас, да, на. Печку накидай, пожалуйста, бревен. Как выглядит печка? Угу. Сколько ей надо? До талого. Двадцать шесть из 25 она ещё не поймёт. Я не знаю, как я это сделал. Ебать, Егор, что с твоей хаты? Тут подвал будет? Вход в жопу. Егор. Чё у тебя за подвал? Подвал. А, так и задумывалась, да, ты это? Костер мне нужен, блядь, снизу. Чтоб тебя в хате, нахуй, ты задыхался от дыма. Заебись, придумал. У меня там доски. Егор закончил строить подвал, зажигает костер через час. Блядь, пацаны, хата горит. Тушите, тушите, блядь. Ой, блядь, там пиздец идет из черного леса. Давай нахуй, я готов. Я, блядь, родился готов. Для этого. Сюда, блядь. Ты не готов. Я буду оборонять нахуй нашу Зажопинск. А, все, да. Все, камни больше не. Парни, 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 оборона Зажопинска, блядь. Сюда камни нахуй. Всех запрашиваю, блядь, кто есть, свободен. Все машины, блядь, всех сюда, нахуй, все стягивайте. Ты, блядь, там достраиваешь города, чтоб нас не ебали? Да. Я деф у нас, нахуй, героический, блядь. Зеленый хуй идет, ну давай, блядь. Гори, гандон. И еще гори, сука. И на поебалу. Давай, давай, блядь. С разбегу. Копье ему въебало. Разъебал его. Че вы обосрались? Я все задефал. Нахуй нам? Нам грот не нужен. Нам нужно, блядь, копье пиздатое или меч какой-нибудь. Оружие, короче. До первого тролля. До первого тролля, да. Ну, когда тролль придет, я думаю, он ворота нахуй и стены тоже снесет и дальше пойдет. Так вот, для этого я поставлю еще эти копья. Ну, просто, блядь. Ну, а что это нормально. За хуйня? Кто это здесь все испортил? Надо разровнять. Ах ты мою дверь ломаешь, блядь, уебок. Ебал нахуй отсюда, блядь. Я пытаюсь ногой открыть. Стучать, блядь, не свою нахуй ногой открывай. Я не могу заснуть, все, у меня долбоеб дверь пинает, я не могу спать, все. Я не могу спать. Нет, в смысле, у меня написано, вы не можете спать, нахуй, все, типа без рофов. Уж день уже настал. А вот и крипта.
погибать тут трудно. Так, не так, что и хотелось, мы, наверное, выйдем. Блять, он меня убил. Че у вас там? Заходим в, ну... крипту. А там тролль? И мы такие выходим. Арсюха такой, подожди, молодой. А где вы? Какой-то не той. Вот крипта, вы где? Вы что-то дальше? Мы еще одну нашли. Или вы типа внутри? Ну что, можем его разъебать? Я пришел, давайте, го ебать. Тролля внутри? Да, можем. Пошли. Блядь, где плохая... Где, куда заходить? Вон, вот это? Пещера большая, да? Ой, ебать, погнали. Осторожно, не подбери там шмотки. Меня аж поддержат, да? Да? Осторожно, не подбери шмотки. Да не подберу. Вот, я войти, и все, пошли. Это ошибка. Ебать, здорово. Ебать! Тут его катить негде, блядь, только до шровы нахуй. Буду откровенен, на горящие стрелы ему похуй. Тролли же должны бояться огня, нет? Успел выйти. Ух, сейчас. Видеры. Стамину надо порегенить просто, брат. Не обессудь, надо отдохнуть. Я скажу, у него все из сундука. Там... Ко второму раунду готов? Нет, не будет стрих. Ну здравствуй, сука. О, нихуя у него атака! Мне нужен второй, тот, кто будет стрелять в затылок. Давай. Давай. Давай, блядь! Ебашь его, пожалуйста, какой же он страшный! Почему он не горит? Почему он меня так хочет сильно? Давай! Потеряли молодого. Двоих так-то он убил. Так, Арсюхе вроде там нужен был этот. Все есть. Тролля хуета. Да, давай. Да пошли там уже, чё? Пойдемте в крипту сразу. Федя дождемся. Останки скелета не могу поднять. Давайте, ну тут, блядь, отдохнуть бы на самом деле, сука. Давай. Может, ты внутри костера поставишь, как в тот раз? Да, попробую. Но я не взял этот ремонтный молот. Там их трое, но пока вроде только лохов вижу. У меня есть молот, но костер не могу поставить. Хорошо. Вот тут скелет. Желтые грибы съедобные? Да, вроде они что-то для чего-то еще используются. Типа хавку делать интересно. Светящиеся грибы, потом светящимся. Ну будешь срать, нихуя у тебя щит. Ну. Кусок шифера какой-то вообще. Ну-ка посмотри. Покажи. Ну, нихуя ты. Жесткий. Дверь, блядь. Дверь, да. Давайте сюда. Ловушки ебать. Тут могут? Опа, блять. Шайтан, ну, вот братва. Такие вот такие джокеры ловушки. Ебать нахуй, я чуть не отлетел. Че, идем дальше? Да.
Я замыкаю еще, у меня ебальника нет. А, нихуя, я... Блять, я не так хотел. Я хотел... Факел и копье, а взял, блять, факел и щит. Факелом пижу. Тут нихуя, все, я все залутал. Грибы, останки. Да, нихуя же, правильно? Может, там какой секретный проход или типа того мог быть. Там залутали вот здесь? Залутали. Evil Bone Pile. Оттуда, наверное, духи идут, да? Наверное, да. Блять, скелет просто ебальник отрывает. Рубины нашел. Ну я сейчас умру, но... Бля, почему меч нельзя взять с этой, со стойки? Кстати, меня зажали. Вульф! А Вульф! Как там, блять? А Вульф! Вуф. Давай выпусти их немного. Блять. Там сзади еще один пришел всех. Отходим, Олег. Ой, Олег, блять, Федя. Надо же было Олега в такой момент вспомнить, блядь. Блядь. Ты куда? Псих? Давай сам. Это тоже тупик или чё? Тут еще один скелет. Тут вроде были даже. Ой, тут большая медная, блядь, руда прям рядом с нашим домом. Кайф. Только медь хуйта, по-моему, не. А, это спавнер, блядь. Они тут спавнер. Нахуй, дверь закрой, все и забудь. Не, за него сломали. Здесь покоится Тимур, сын мамы. М? А вы имеете смысл ломать? Да, конечно. Лут. Я не знаю, ломать. Как его ломать. Я его бил копьем, ему было похуй. Сейчас. А чё, кстати, а в крипте в самой жить не варик? Нет. В принципе, да, может быть. Ну, в смысле... С костром проблемы будут, да, небольшие. А, ну да, кстати. Значит, приходишь сюда, там... киркой по стенам хуяришь и расширяешься, как в этом Dungeon Keeper, или как там эта игра была? Да-да-да. Dungeon Master. Ну да, я в кожаной броне, я Dungeon Master тут. Performance Artist. Я сломал эту хуйню. Теперь ебало этим надо сломать. Заберите меня шмотки. А зачем? Мне впадло убежать с респа. Кончено, что ли? Ой, ладно. Я не, мне, не, сам придешь, заберешь. Пиздой там факапить, потом что-то разбирать. Да, у меня факел почти наебался. Не, там все со мной, просто заберите и все. Я ничего брать не буду, извиняй, я ушел. Да, никто ничего брать не будет, извини, мы уж. Там ничего ценного нет. Кроме грибов. Ну, если там ничего ценного нет, нахуй это забирать. Тебе не вы надо прийти, навыки свои обратно забрать, не? Ну тело там останется, просто умирать здесь не буду и все.
Мне впаду идти сейчас туда, понимаешь? Голым. Не, ну если ты помирать не будешь, наверное. Тут две звезды хуила. Лучше не трогать. Так он уже, о, он уже боится. Давайте ко мне, тут пиздатая хата. Высокая. Более еще большая. Ну стопудово занято. Ебать. Ебать, парни, сюда. А мы с двухзвездочным хуевой сражаемся. Хорош. Ой, красава, Федь. Куда сюда? Ну а вот где хата тролля? Тут 4 скелета за мной идут. Федь, готов? Ну, а, кстати, в крипте забафаться вот этим эктюром, блядь. Федь, там лучником займись. У них есть луч. Да, стреляю. Перестрелка, нахуй, дуэль лучников. Да, вот эти хп, хуйня, это не будет. Я умер. Теперь я, у меня проблемы. Я уйду, пожалуй, живым отсюда просто. Тело. Ну и хуя, до 5 утра пора. Да, сейчас поставим печку. Одного скелета вымотал. Со звездочкой или с... Нет, нет, обычного. Сейчас я со звездочкой размотаю. Сука, лукарь больно делает. Да, лукарь вообще пиздец заебывает. Я тоже лукарь снимал. О! Тут он горит. О, ебать, блядь, изи! Да я огненными стреляю. Скелеты нахуй ушли сразу просто. Почему скелеты не полка не огонимся? Видеоигра. Знаешь, с копьем, ну, против скелета тоже с копьем очень странно, знаешь, что я ему должен делать? Тыкать, блядь, между костей. А! Мне пизда! Все, я умер. Да, дочь ролился. Уходим нахуй. Ты убил его? Давайте уходим и спать. Все, с вас съебываем рели. Блять, твои топоры ебучие лежат, заебался, сломанные топоры. А куда их еще девать? Блять. Ну вот объективно, давай. Нахуй, блять, не делать новые. Так я не делал, это до старых диких времен, когда еще играть учился. 2 часа назад, да? Да, где-то так. Даже не потухли. Блять, ладно, будет отдельный ящик у нас. Для моего мусора, да.